Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня, друзья, у меня для вас довольно радостные новости. Они связаны с обновлением или релиза Minecraft Pocket Edition 1.0. Собственно, при первом заходе в новую версию у вас появится вот такое окошко. Новые особенности, микс-набор, Новый год, доступен текстурпак, друзья, на который мы делали уже обзорчик. Край, дракон и голубь, белый медведь, мировая библиотека, ключи генерации, высота мира, способность заготовить оседающие зелья и стрелы с эффектами в режиме выживания и многое другое, исправление ошибок, друзья. Нажимаем кнопочку продолжить. И самое интересное, что я хочу сейчас посмотреть, а это, друзья, музыка. Что же, давайте посмотрим. И вот наша музыка. Это может занять некоторое время. Что же, этого мы ждали довольно долго, и теперь мы сможем загружать музыку. За это ставим отдельный лось, друзья. Что же, давайте залезем на строчки, посмотрим, что добавили здесь. Залезем в видео, и, друзья, ничего новенького нам здесь не добавили. Что ж, давайте посмотрим ключи генерации, которые убирали в билдах, и посмотрим, вернули их. Кстати, релиз, точнее... Realms также нету. Что ж, а нет, друзья, есть ошибочка. Макс Новый год. Кстати, давайте посмотрим, бесплатный ли текстурпак. Вряд ли, я так думаю, потому что, друзья, они все делают платным, да. Ну ладно, друзья, для вас я его добуду бесплатный, если захотите, и карта будет для вас бесплатной. Но это мы посмотрим. Что ж, давайте посмотрим ключи генерации. И, собственно, друзья, нету ключей генераций, хоть они написали, но их нету. Нету, не добавили. Они были в одном билде, но их решили убрать. Что ж, ладно, давайте зададим плоский мир и посмотрим, добавили ли нам новые блоки. Но если смотреть списку изменений, то их нету, к сожалению. Кстати, музычка сейчас качается, и музыку я проверю уже немного попозже. Я думаю, что работать она будет без всяких багов, и, кстати, это все официально. Ну, а музыке они ничего, кстати, не сказали. Ладно, давайте посмотрим. Здесь все по-прежнему. Здесь тоже все по-прежнему, хотя почему-то немного выделяется, друзья, стекло. Кстати, да, сейчас тогда смотрите. Стекло немного выделяется. Ну, вряд ли что-то с ним сделали. Нет, оно такое же. Здесь тоже ничего нового. И так понимаю, шалкер бокс, то есть сундучки шалкера нам не добавили, друзья. Сожалею об этом. Но они решили пока что это не добавлять. Кстати, друзья, кто за то, чтобы облака из новой версии... Точнее, я помню, что в каком-то Майнкрафте, то ли в 0.14.0, добавляли облака, которые даже при низкой графике были красивыми. Друзья, кто за, чтобы вернули красивые облака, обязательно ставьте лайки. Я знаю, что можно включить классную графику, но, друзья, до этого было одно обновление, которое добавляло очень красивые облака без классной графики. Может быть, сейчас говорю с загадками, но если кто-то это помнит, то... Все это поймут, друзья. Но это было и правда очень классно. Но, собственно, обновление довольно классное, хоть оно и бинорное, то есть ничего глобального здесь нет, исправили баги, хотя залагивание в менюшке также присутствует, что очень-очень плохо. Но меня радует музыка, и, друзья, загрузка завершена. Что ж, давайте посмотрим, как же ее нужно включать. Посмотрим, давайте. Нет, в глобальных ресурсах нет. Давайте прибавим звук. Нету. Странно. Я же загрузил, друзья. Загрузка опять пошла. Что ж, довольно странно. Ладно, разберемся и посмотрим уже в следующем видеоролике. Друзья, спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и скачивайте данную версию, переходя в описание под данным видеороликом.